Добрый день, дорогие друзья! С вами Серафима Морозова, и я представляю наш канал «Здоровы с нами», на котором мы вас знакомим с разными методиками и в основном, как можно лечиться дома. Мы все используем в своей практике, все наши специалисты используют пропитки виватона. Но когда работаешь с виватоном, никто не объясняет, что кроме экстракта виватон, надо иметь обязательно в доме шампунь и бальзам. Почему? Потому что когда вы ощелачиваетесь, потом начинаете мыться самым обычными кислыми или нейтральными продуктами, вы наносите себе вред и теряется тот эффект положительный, который должен быть. Очень хорошо использовать для лица любые их вот эти гели. Я их не продаю, не надо мне насчет этого звонить, писать. Есть у них официальный сайт, просто я рассказываю, как этим пользоваться. Очень хороший у них чай виватон, но мы его используем не пить, а мы берем 3 пакета вот таких чая, заливаем 70% спиртом 3-литровую банку и настаиваем 3 месяца. Если вы это настоите, то у вас будет шикарный препарат, который раньше виватон использовал изначально на спирту. Можно его принимать, пить и использовать дополнительно с разными другими экстрактами. И у них еще вот очень хорошие зубные пасты. Мы с ними не чистим зубы, мы ими используем их при использовании, вот когда бывает или ожог, или какая-то боль, то есть разные смеси. Старайтесь их иметь, когда будете делать заказы, чтобы сразу заказали себе белая паста, черная паста, они немножечко разные. Шампунь мы берем вот такой большой, с ним удобнее работать, и вот они очень удобные, и получается выгоднее, чем брать. Ну и сам экстракт виватон. Конечно, лучше брать литровый, пользоваться им. Мы пользуемся выветренным виватоном. У нас есть очень хороший специалист, вот Венера Фархидинова, которая делает пропитки. И делает пропитки и классические, и фрагментарные. И мы делаем классические, фрагментарные, лицо, голова и общие пропитки такие, да, вы можете к нам прийти, записаться на наши процедуры, все это доступно, мы находимся в метро Алтуфьево, приезжайте, спасибо, будьте здоровы с нами.